Три чоловіки потерпілі у виніку дорожно-транспортного здарення у Могилевському районі. Як повідомили у Державтоінспекції, жінка-водитель «Опеля» не справилася з керуванням. Машина виїхала на полосу зустрічного руху і урезалася у школьний автобус. К счастью, автобус не перевернулся и больших трагедий не произошло. Но все-таки на место происшествия быстро прибыли скорая помощь и госавтоинспекция. Дети были осмотрены. Но все-таки один ребенок был госпитализирован, 14-летняя девочка сейчас в больнице. Еще травмы отримали керовцы легковушки и 51-годовая женщина, которая находилась в автобусе. Их так само шпитализовали.